нашего земляка, чемпиона Европы по вольной борьбе среди молодежи Аслоева Расула Шарбановича. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, дорогие гости. Вот хотел бы сердечно, прежде всего, поздравить всех нас с таким золотым звездопадом, который радует нас в этом году. Уже чествуем третьего чемпиона Европы по вольной борьбе текущего года. Давайте поприветствуем все наши чемпионы. Все знаем, не так давно для нас подобные успехи были даже немыслимы. А сегодня мы уже начали привыкать к таким вот выдающимся достижениям наших спортсменов. Особенно приятно, что это вот наш дорогой чемпион Расул Аслоев является воспитанником этой детской юношеской котельской спортивной школы. Из этого зала вышел, раскрылся и сегодня порадовал нас и дал нам вот таким прекрасным образом собраться. Хотел бы, конечно, прежде всего, в первую очередь поблагодарить его родителей, родных и близких, за то, что дали такое достойное воспитание своему ребенку, которое позволило ему достичь таких высот, потому что в основе всего является воспитанность человека. И не имея характер, невозможно, конечно, достичь и спортивных высот. И после этого, конечно, особая благодарность и первому тренеру Раджабу Гусейновичу, и нынешнему тренеру Амару
Тамару, которые в полной мере раскрыли его физические способности, не только вот, научили его, так скажем, бороться, но и сделали из него достойную личность и внесли большой вклад в воспитание этого нашего чемпиона, который с честью представляет наш район, республику и страну на международных аренах и добивается вот таких чемпионских результатов. Хочу отметить при этом, что вот это является результатом нашего общего труда, общего отношения к спорту и к нашим чемпионам. И мы все знаем, что в районе мы прежде всего стараемся, конечно, воспитать и вырастить достойных представителей нашего общества, которые будут, где бы они ни оказались, честью представлять нас и носить это гордое звание выходца из нашего района. При этом хочу отметить, что пример Расула является таким добрым и заразительным для подрастающего, для более младшего поколения, который также не перестает нас радовать своими успехами. И вот на подобных примерах и мы должны воспитывать свою молодежь. И при этом мы не должны забывать наравне со спортом и об образовании. Мы знаем, необразованный, неграмотный человек, он является опасным социально, поэтому наравне со спортом мы должны и всегда держать приоритеты и сферу образования. Вот, если спортсмен он умный и грамотный и воспитанный, это уже достойный и идеальный представитель нашего общества. Вот, и именно к этому в наших детях, к тому, чтобы видеть именно эти качества, мы и стремимся. Хочу также поблагодарить нашего дорогого почетного гостя, министра по земельным и имущественным отношениям Заура Эминовича, за то, что порадовал нас своим присутствием и решил разделить с нами эту большую радость. И также присутствует и желает поздравить нашего чемпиона. Спасибо и ему большое. И это нас очень радует, что такое внимание к нашему району, к нашим спортсменам. Хочу пожелать всем нам и дальнейших успехов, конечно, нашим спортсменам, наших воспитанников. И я не перестаю напоминать нашим спортсменам, что перед ними стоит вот, такая высшая задача принести в район олимпийское золото, которого мы никак не дождемся. Вот, мы по-прежнему довольствуемся только одной серебряной медалью. Поэтому вот эта задача, и как и перед другими чемпионами района, перед Расулом тоже нами всеми будет поставлена, и мы будем ждать от них вот высших достижений. И желаю ему, его родным и близким, чтобы каждый день в их жизни был таким же радостным, как сегодняшний, и чтобы их радовали и Расул, и другие, и его брат, на которого мы также возлагаем большие надежды, тоже является вот успешным борцом, и уверен, что они не перестанут нас удивлять и радовать. От имени себя, от имени всех жителей района искренне поздравляю семью Асоевых с таким достижением. И ничего удивительного в этом нет, потому что это такая известная фамилия. Именно вот это, под этой фамилией воспитано множество достойных представителей нашего общества. И будем ждать дальнейших побед и дальнейших вот таких поводов для радости от всех, от всей семьи Асоевых. Поздравляю всех нас с этим очередным чемпионством. Спасибо. Я, конечно, не мог прийти с пустыми руками и решил поощрить и нашего спортсмена, и их, и действующего, и первого тренера. И позвольте от имени нас всех получить это небольшое денежное поощрение нашим дорогим друзьям, благодаря которым мы сегодня так радуемся. Всех нас пожимаю в очередной раз твою крепкую спортивную руку. И, конечно, нужно на чемпиона и руку повесить. Тем более сейчас переменная облачность. Чтобы не замерз, нам нужно его беречь. А что может быть для горца надежнее укрытие, чем наша традиционная горская бурка? Есть.
стоит. Наши Раджан Хусейнович уже начал столько чемпионов Европы выдавать, я уже по количеству, уже статистика у меня уже начала нарушаться. И хочу сказать при этом этой примере и другим тренерам, вот действующие два тренера, которые вот раскрыли потенциал этого нашего земляка. И я знаю, и другие у нас есть тренеры, которые прекрасные результаты показывают, не буду поименно их называть. Хочу только сказать, что мы вами гордимся, и мы всегда будем рядом с вами. Поздравляю еще раз и чемпиона, и тренеров всех нас. Слово предоставляется министру по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Эминову Зауру Эминовичу. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, глубоко уважаемые горцы. Находясь в служебной командировке в родном для вас Ботлевском районе, не мог пропустить великолепное мероприятие чествования чемпиона Европы по вольной борьбе нашего земляка Расула. От лица руководства республики, от себя лично хотел бы поздравить, Расул, тебя с высоким достижением, пожелать тебе новых спортивных побед и основное, я думаю, что достижение – это олимпийская медаль, которую мы от тебя ждем. Слова благодарности хотел бы сказать и тренерскому составу. Спасибо вам огромное за ваш родной труд. И хотел бы сказать, что вы вместе являетесь предметом гордости не только для Ботлевского района, но для Республики Дагестан и нашей великой России в целом. Сегодня, дорогие друзья, хотел бы отметить и вклад главы Ботлевского района Руслана Супяновича. Вопросы, связанные с социально-экономическим развитием района. Его вклад в тайне подрастающего поколения, в духе патриотизма, приверженности спорту, любви к своей земле и родине. И хотел бы отметить, что республиканское руководство, все те начинания, которые находят начало у главы района, будут поддержаны и оказаны все необходимое содействие. Вам, дорогие друзья, хотел бы пожелать мира, бараката, благополучия. И всего самого доброго. Ассаламу алейкум. Спасибо ему за встречу такую. Все встречают достойно. Мы рады за такого главы Бархалайн. Слово предоставляется действующему тренеру Амару Шамилю Кихузаевичу. Всем спасибо. Огромная благодарность и главы, и всем главам сел. Всем людям, которые пришли, спасибо вам огромное. Главное, отцов, собрали нашими. Вот сидит, сами говорят, по воспитанию детей говорят. Я хоть не так близко с ним знаком, Шабану говорю сразу. Дети очень воспитаны, значит, отец хорошее воспитание дал. Пока на Шабан дальше, желаю хороших успехов твоим детям. Большое спасибо. Слово предоставляется главе сельского поселения Сельсовет Ботлевский Нурмагомедову Газимагомеду Нурмагомедовичу. От себя лично я имени администрации села Ботлев хочу поздравить действительно Расула, также семью Асловьевых. Это третий раз уже за полгода мы чествуем чемпиона Европы. Также хочу поблагодарить наших дорогих гостей, которые приехали в честь от наших спортсменов. Хочу пожелать Расулу успехов в дальнейшем
В дальнейшем, конечно, будет еще труднее, будет уже взрослые чемпионаты. Хочу пожелать ярких побед, и чтобы у тебя было все без травм, и чтобы тебе сопутствовала удача. Также администрация села Волка включила большие денежные премии за яркую победу на чемпионате Европы на Кула освоил.
Слава Зарганов Петлюрч, маленький, а еще привет от нас, Бархалат, огромное благодарность. А сейчас зажигательная лезгинка для нашего чемпиона.